Что, надо сейчас просто придумать, кого в мид поставить против Патмы. Я голосую опять за Вайпера. Мне он здесь нравится. Вайпер всегда неплох. Но это снайпер. Ой, недавно год тут показал нам, как нужно на снайпере гахать, и на 7-й минуте сделал дабл рэмпэдж. Красивый был матч. В этой игре есть шансы нового на повторить. Ну нет, тут трудно. Нага армированная, у многих есть эскейпы, есть еще Omni Knight. Тут действительно трудно будет повторить. Но все может быть. Все может быть, понятное дело. Ну что ж, Team Secret, интересный пик, Virtus.pro. Да, все-таки интересная задумка, очевидно, но тут очевидно все будет попроще немного. Соло, который бафает, Bloodlust, Рамзес, Нована. Огромный атак спид. Вот, кстати, посмотреть на исполнение Дазла от Лила. Интересно. Так, Дазл... не самый сложный герой. Ну, чаще просто Дазл играется как пятерка, да? Вот ему да, что Лил будет делать. Интересно также. Мне два Мирана, ну и Эйс. Играть своих героев. Ну, мне кажется, где-то в авантюру какую-то приют. Секрет. Насколько это будет оправдано, знаем в ближайшие минут, наверное, так 50. Да нет. Игра может затянуться. Я думаю, что если БП захватит преимущество, чем сносить вышки, дистанционно у них есть тот же снайпер, с лоу-граунда спокойно расстреляет, и задефаться будет очень-очень трудно. Так что тут все зависит от того, как отстоят линии. Ну что ж, ВП, Team Secret, вторая карта. Поехали смотреть. Пупей будет играть на Нага Сирене, Эйс, Луна. Я обзор. Рубик, Фата на Omni Knight и Мидван, Патма. Это Team Secret. Ну и команда Virtus.pro. Соло играет Ногрмай, Рамзес на Манки Кинге, Ноуван на снайпере, Паша Брюмастер и Лил Дазл. Манки Кинг отправляется на топ. Тем временем собираются ВП здесь втроем. Первым, возможно, да, там немного далеко отошел. Брюмастер, скорее всего, это будет... О, тут вновь от Пупея какие-то супервыходы. На топе. Любит в последнее время Пупей обходить своего оппонента. Так, курочка. Курочка зачекала оппонента. Mm-hmm. Пата догадывается, что, скорее всего, это не настоящая курочка. Обезьяний. Ну, не король. Подтянуть. Не подтянуть здесь, к сожалению, МК никак. Как бы они на него не смотрели, но что бы не рассчитывали, но. Подтянуть Манкинга к себе. Так, тут остаются руны, в принципе, все по ТТ-полку, 2 на 2 по рунам. The battle begins. Так, ну что, руна там разобрали. Все по-честному. Солыч поставил агрессивный такой вард, который позволит контролить перемещение курьера, ну и, конечно же, саппортов Team Secret. Посмотри, Мидлан портировался, никто не блочил крипов. Странно. Так, Фата. Шли разминать соло. Буквально, знаешь, так пару-тройку тычек, чтобы жизнь медом не казалась. Ну, чтобы уже было там у тебя 4 там гусика, к примеру, да? На умнике. Тоже неприятно будет получать. Ну что ж. No one. Получает два оппонента в центре. Главное, ПМ. Сейчас может сюда прийти Солыч, наверное, хотя он не особо поможет. И... он пока куру будет искать. Я думаю, там догадываются, что могут перехватить. Там нигде не видно на данный момент саппорта. Ну, а бесконечно там стоять, понятное дело, ну, не хочет. Смотри, но ван пока 0-0. Сейчас много крипов к нему подойдет. Лил, столкновение с Пупеем. Надо вставать всю ТП, и Лил улетает подальше. Двигаться. Ну да. Нага не выйдет, слишком много армора. Там выход в спину пошел на Мидвана. Тут же приходится тратить лип. Солыч пришел помогать своему тиммейту. Подстреливает крипочков под вышкой. Пока все хорошо. Пока все даже замечательно. Ну, ладно, смотри. 7-2. Отлично, пласт хитил. Паша. Пупей гоняет его.
Тут надо пивком поить, пупей, иначе... Там рептайт на самом-то деле очень много хп по началу игры. Лишает оппонентов. Приходит Паша тангусом, да. Ну, а Паша просто поет пивком. Без перерыва, чтобы там меньше шансов оставалось на last hit. Да, пропускать крипочков. Мешает, мешает. Максимум тут лил. Лил украл рунку и хорошо. Забирает вторую. Да, это действительно для саппорта хороший буст. И обзор, встреча с Пашей, подтянули, пупей, рептайт. Ну, еще и сеточку закидывает, да, а Пашу. Ну, миссы. Вот. Сейчас тут миссы от Рубика, хп много не снесут. И Паша, да, тут, конечно, под тычками, под уроном, но все же отойдет на свою вышку. Придется немного потратиться здесь уже и на хил. Эйс. Эйс, благодарит тиммейт. Все нормально. Ну, ты сейчас смотри, один, никто не мешает ему, да, там саппорты классно спейсят. По максимуму напрягаю. Соло с мидваном. А лип? Ну, будет лип. Через дерево. Прыгнул отсюда подальше. Соло под аркейн руной. Очень медленный угармак, еще и без сапога, так что... догнать не предоставлялось возможности. Паша очень много урона здесь не получал. Пупей скоро будет сегодня рептайт. Скорее всего, это ФБ от Team Secret. И достается на эйсу. Да. И так все хорошо по крипам, еще и ФБ дарят. Еще и ФБ. Да, вот уже такие первые неприятности у команды ВП. Ну и посмотрим, что у Рамзеса. Ну, у Рамзеса все тоже неплохо. Пока первые позиции по крипам — это Рамзес. Вместе с Нованом. Далее эйс на луне. Дальше уже и фа. Соло пока неплохо, конечно, пытается мидвану помешать. Мы видим, что с крипами у мидвана небольшие проблемы. Да, есть ботл, но кроме этого ботла крипов особо он не видит. Ну ладно, да, что не отдавать. Своих крипов мало того, что бывает вражеских. Но пока проигрывает немножечко. Мидван как бы не хотелось. Слушай, немножечко. Саппортами, ну так. 9-0 против 23-11, это... Множечко? Множечко. Ну ладно. Очень множечко. Пупей. Пупей проблема. Так, есть подхил, хорошо, бата. Рептайн прожал Пупей, Пупей очень больно. Здесь, конечно, не уйдет, да? И легко. А подсловить бы как-нибудь. Да, есть клэп. Зацепил, Пупей уйдет. Пупей уже под вышкой, и Пашу дойти нельзя. Сетка потом на развороте. Фата. Так, здесь можно еще подхилить, неплохо внести урон. Мидван, мидван, проблема, мидван. Ай, шрапнелька. Паша уходит. Нет, не уходит у нас. Нейтралом он отдался. Я решил даже не подставляться лишний раз. Нет, ну такими темпами у Мирана ничего не будет. Если Миран будет так подставляться, отсутствовать на линии, то все там будет не очень хорошо. Есть на топе. Вот он лил. Под хостой вышел. Замедлил. Ну, так себе замедлил. Бодиблок не удался. Я имею в виду, просто с руки немного. It's Pushing Touch, да. Отравил, замедлил. Тут Рамзес под бафом. Точно неплохо. Ну и Паша, конечно, пострадал серьезно на линии. Приходится да, в лес. Два крипа у него на шестой минуте. Действительно, не задалась линия у Паши. Приходится фармить леса. Да и то не очень дается, потому что ни топорика нет. Ни уровня должного. Страдает. Собакам пиво наливает и добивает их. Шок-контент. Такое развлечение у Паши, да. Паша бьет пьяных собак. Выходит, что да. Под пивком точно. Так, здесь соло пытается в спину выйти. Но также тройка игроков команды Secret. Купей. Видит Лил и Рамзес. Но там их не достать по таврам никак. Соло выходит в спину. Или соло. Соло. Очень много урона получил. Соло. Телегидов использовали. Эйс. Подставляется. Хил. Соло. Есть подхил. Хорошо. Здесь хорошо. Последнюю секундочку был Грейв. Эйса забирает. Можно переключиться в купе. Да, соло, скорее всего, погибнет. Но здесь Рамзес разматывает. Минус Брюмастер, кстати. И минус Паша. Забирает Пашу. Да. 2 в 2. Размен по итогу на разных частях карты. Конечно, Паша подставляется в этой игре. Очень много. Не позволяют ему. Просто никак не позволяют ему выйти. Кажется, побыстрее скушать. No one. Очень хочет потолкать линию, я так понимаю. Ну или да. И просто отойти. Там дабл дэмэдж лежит на топе. Тем более потолкать толкать можно. Толкать линию попроще. Так, ну и вот он фата. Против Паши, четвертый уровень.
здесь, возможно, против Фата есть шансы. Паша побольше крипов добить. Соло продолжает напрягать верхнюю линию. И Рамзеса уже 6-й левел. Так появляется ПТХ, Пупей. Нужно держать дистанцию. Если снайпер шрапнелью зацепит, то... Тем более с ДДшкой. Трудно разорвать дистанцию. Ябзор рядом, будет ли телекинез? Есть телекинез, Аро моментальный от Мидвана. Будет Старшторм, скорее всего, двойной. Ай, крипа уходит. Вторая звезда, шрапнель под себя, но Ван набирает дистанцию, понимает, что того окружают. Хороший сейв, здесь уже Грей, переключение на Пупея, Пупея отсюда не уйдет. Ассинейт, Мидван, бежать отсюда будет Лилип, но Ябзор здесь точно погибает. Мидван нужен вижен, нужен просто вижен. Упрыгивает и погибает. Лил делает очередной фраг, даблкил от Рамзеса. Слушай, здесь нормально так развернули. Снайпер, конечно, погиб, но ничего страшного, Рамзес набирает. 3500 на Творса, первый на карте. Ну это после драки он стал первым, до этого да вроде бы у снайпера шло. Очень неплохо. Ну по крипам таких, да, там неплохо. Даже пока Рамзес лидирует. Так, ну и Фата что, отправляется за рунками просто? Нет? Фата? 8 минута, руны появляются, сейчас будет забирать две, жую свою. Так, эйс, есть эклипс, 6-й уровень. Тут Рамзес неплохо так с руки пытается размять постоянно. Мидван, встреча с соло. Он гнает. А Роу забирает сатира. Это неприятно, там неплохие стаки вроде могли намечаться. Ну, зато Мидван тратит время. Ну, он получает деньги все же, знаешь, тоже не бессмысленно, статно. Еще сатирчик, вот и заработки пошли. Голда прям. По уровню неплохо. Так, ПТшечка на луне. Рамзес. Готовится атаковать Эйса. Ну, либо Ябзора, не знаю, кого захотят первым зафокусить. Пупей получает возможность подфармить, подфармить. И стрела, 5-секундочка, должно быть сейф ТП от Дазла. Сюда Старшторм есть, но Уан погибает. Опоздал Лил, Poison Touch, пошел Вив. Солыч бежит, но Пупей не достать. Пупей уже слишком далеко, там, если не ошибаюсь, полный шрайн. Так что можно идти отбиваться и возвращаться на линию, продолжать нагнетать. Ну вот эта потеря сейчас была на самом деле серьезно уже, потому что снайпер в прошлой драке погиб. Снайпер еще раз погиб. Ну вот такие вот две смерти. Не так, конечно, и много, он сидит в таверне, но все же это время он не получает. Вот, это была Акрила как-то под словом Ябзора. Все далеко, но Ван. Коллективно выходит на хайграунд. На самом деле еще и на Ноувана могут в очередной раз выйти. Вот пошел болт, хорошо, минус атака есть. Но на боте продолжается развлечение. Паша против Фаты. Они могут пытаться заработать экспириенс. Ай, Солыч не стал давать стан. А там стан недолгий. Скорее всего, не успел бы он помешать. Есть аркейн руна у Патмы. Можно пофармить леса. Можно попробовать совершить еще один ганг через Рубика. Ну, там бы через Нагу выходы делать. Или через Нагу. Неважно, и то позволяет попасть стрелой. Если мажешь, Рубик всегда может подкорректировать. Ну да, траекторию подправить. Так, Фата 9. Это неплохо. Фата, кстати, собирает барабаны. Да, барабанчики. Это необычный стандартный китайский Omni-Knight, который рашит Radiant с первым айтемом. Старается вот на команду как-то сыграть. Ну классно там, смотри, Мирана будет очень быстро насыпать. Да, тут герой, которому так спит, ему спит не помешает. Луна также будет счастлива, только получит так спит. Это все правильно. Так, вот тут вот попытка какая-то Рамзеса подцепить, обзор. Шел Эро, вот можно подкорректировать, но корректировать не нужно. Рамзес стоит и просто погибает за время. Такая связочка, стана. Знаешь, из стана выйти очень трудно. Паша, встреча с Фатой, Паша только 7-го уровня. 2400 по нетворцам, в то время как Омник имеет 4200, почти двукратное преимущество. Паша, бежать, 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 ножками перебирать. Лэп, манки не хватает. Ага, на ультимейте. Так это минус.
Ультимейта нет, к сожалению, потому что мана. Фана, конечно, просто не улетает. Все просто. Шапнелька. И расстреливать Фата. Ну ладно, неужто отпустит? Да не отпустит. Хайграунд просто вижу. Понял, что Вилл теряет. Так, тут Вилл под грейвом пока живет. Вив, даблкил от Мидвана. Даблкил от Мидвана. Они забрали здесь и Соло, и Лила. Я обзор смотрю, что это нас украл. Очень крутой скилл. По деревьям можно прыгать. И обзор любит такие скиллы, знаешь, путешествовать по карте. В прошлой игре он блинки воровал постоянно. По деревьям. Ну ван. А куда это он так заходил только что? Кормить леса. Вражеский, да? Чего нет, Баунти Рулл своровал. Ну то тоже неплохо. Но он же видел то, что все внимание на топ было сконцентрировано. Ну мало ли, какая-нибудь сетка плюс Мирана через телепорт. Ну, врагов бояться. В лес вражеский не ходи. Да, чужой лес не пойдешь. Мунлайт. Так, что это будет? Попытка смоки прожать? Нет, может, конечно, и будет попытка, потому что они просто выходят на ботом в надежде... Что вот, я обзор, видишь, украл скилл и все, больше ему не надо. Дайте ему на МК поиграть. Он, считай, играет почти. Ну да. Именно геймплей, это геймплей моего МК в пати. Вот такой же пример. Прыгать по деревьям. Ты выговариваешь на своих МК из пабов, я уверен, что у тебя там все четко. Да, там на топе люди. Есть телепорт, хотят подефать Т1. Все, и Рамзес так вышел. А он в Рубика играет. Он в Рубика играет, это косплей. Пошли. Так, Паша, напрямую в комнату. Вырвать не выдержно. Ябзора можно зафокусить, Ябзор очень много урона. Своровал просто, он все нам погибает. Он просто здесь. Я бы сказал, поставили. Сам он вряд ли хотел какая-то себе такой судьбы. Фейл-атака от команды Secret, если это можно... разделилась. Если это можно назвать атакой. Разделились, отошли, отошли там, вроде бы... И другие идеи появились, но кто-то не успел отойти обратно. Рамзес. Фата. Рамзес не хочет сливать эту драку. Ну, драться с Фатой — это такая себе затея. Там барабан, он всегда тебя убежит, у него хил есть. Это затяжной файт будет, который еще может закончиться какой-то стрелой рандомной из кустов. Так. На, крипов отравили. А Роулил не попадает здесь Мидван. Ябзор нужно срочно украсть 3D. Ходить отравлять — это не то. Так, а почему ты не плетнут только там не поможет с товарищем Омником? А, они наверное, цепляне, считают, они что это собираются. Очень трудная цель. Там хороший уровень. Да, им поэтому это и трудная цель. Но много экспириенса получит, как бы награда. Или принесут ему чуть-чуть побольше. Да, а Омника... за вас много не получится. Ну да. Он же как бы высокого уровня. Да не, я думаю, что начнешь его атаковать, там какой-то ТП на Т1, придут помогать, слип от наги, все останавливается, перевороты. Ну вот сейчас. Может быть, хил потратил, выходит соло, репел на себя кинуть не успел, начинает его разминать, он же репел, фата, и просто не стоит тэп-аут. А дэмэдж хватит? Да, не хватит. Вот и все. Вот почему они не хотели... Ну так хорошо, пусть уходят, вот так и да надо. Вот и продолжение, я тебе говорил. А что же нашел? А там есть бандл страйк настаканный? Да? Или нет? Видимо, нет, ушел Рамзес. Ну и зачем тебе нужен был Томник? Видишь, что всем закончилось? Стоял бы, фармил он себе... Он потратил ТП, он ушел обратно. Арум? Рамзес? Ой, фон. Пытаются найти Рамзеса. Смотри. Заставили уйти Омника обратно. Вот, и он пришел сюда. Он пришла вся команда, потратила сон, Мирана полипалась, потратила липы. Ничего не делают все, Омник фармит. Убили Солыча. Да и что это соло? Ой-ой-ой, а это плохо. Это плохо, Рамзес. Нужен эрроу, будет какой-то эрроу. Так, Рубик. Ответный страйк Рамзесу. Я говорил тебе, не трогай Омни Найта. Все, чем закончилось.
Команда сплитпушила, все в порядке. С Boundless Strike'ом придет, тот от него и погибнет. Это я обзор сказал. Который косплей поставил. Да. Идеально косплей, кстати. Ну, пока неплохо. Так, ну что, буш Т2. Мышка быстро упадет. Тейс под момом расстреливает. Батом может и потанковать, если нужно. Пол тавра уже спилили. Фидван. Бежать отсюда, потом флайн. Или клэп, 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 шрапнелька. Хорошо. Сняли стрик с патмы. А на топе ТФТ2 будет? Ну, Ван тут стоит, отстреливает Т1. Никто не мешать не будет или будет? Будут, будут. Так, пошел один телепорт. Погнали, стоп, соперника сейчас. ВП. И в центре, но Ван забирает. Паша. Пошел тиммейт. Будет ли булыжник? Сеточка есть. Надо поднимать юл. А сот потрачен. А тут же подтянулся Рамзес. Можно и подраться. Ух, как быстро Эйса спилили. А может быть стоит Рошенчика забрать? Вот шумок, а там нет? Нужно линии толкнуть. Там Герцог продолжает. А вижу, я тоже. Подфармливает еще. Ну да, слабо подфармливает. Снайпера 2800. Что будет покупать себе сейчас на улан? Мьёльнир, наверное, нет? Есть, или Dragon Lance. Думаю, что Грейденет сразу молнию. Может быть. Может быть. Молнии Грейденет дали. Можно будет на тимбайту подкидывать. Так, смоки для солнечных. Хорошо. Сейчас, возможно, соберутся ВП. Это либо Ротан, либо... Так, тут в центре попытка выйти на Лила, но... Далеко Лил. Не, под вышку не стоит идти. Даже на месте фар. Хотя у него есть форстав, конечно. А дальше он собирает Radiance. Почему не Гифсы? Почему не Владмер какой-то команде? Он очень сильно здесь пригодился бы. Смотри, Патман, Нага, Лунер. Владмер, смотри, Витя, почему ты в пабе собираешь Radiance, а не мы команду? Я никогда не собираю Radiance. Я никогда в пабе не играю, скажи. Нет, почему? Я никогда не собираю Radiance. Если я играю на саппорте... Вот поэтому... Сап проигрываю? Да. У меня есть тысяча причин, почему я это делаю, но Radiance тут ни при чем. Потому что ты его не собираешь, вот поэтому он ни при чем. Причина, потому что я рак, а не потому что... И поэтому ты не собираешь Radiance, все. Все логично. Одна из причин, почему я не рак в последней стадии. Не усложняй. Все на самом деле просто. Как скоро Шанчик падает в ВП. Заберут его без боя, я так понимаю. Есть Аегис на снайпере, теперь его надо убивать два раза. Один-то пока трудно сделать. Сейчас издалека стоит, шмаляет. А что у него там есть помимо Аегиса? Тоже Бундатор, ну, как я и говорил, сейчас уже пика появится скоро. Хороший выбор, особенно для осады. Маса, Синейт. Раздается Булвак-то временем. Так, Паша встречается с Фатой. Такая неприятная для Паши, на самом деле, Фата. Может еще подрастает, но просто улетает. Просто улетает Фата. Ну и Паша получает возможность на этой линии дофармить себе Владмерс. Вот, Владмерс, хорошо. Вот тебе и тот командный итог. Тот Паша на оффлейнере собирает Владмерс. Фата покупает Фрейденс. Магическая Мирана, кстати. Давно у нас не было магической Мираны. Магическая Мирана? Да. Волшебная? Через... Волшебная через Аганимы. Где вы Лоуди Спорт тогда? Ну, понятно, почему Владмерс тогда нет. Потому что это магия. Рамзес? Убежай. А вот Соло нашли. Сеточка. И слип прощание не... от Солоча. Слип не стал тратить, а я потратил. На саппорта. На парня, у которого 1300 нетворсов. Какая разница? Ну, вот поэтому ты и проигрываешь. Выговариваешь. Паш, он на бочонке катается и выиграет, скорее всего, эту игру. Хотя вот, проигрывает вот. Пока. Все может Virtus быть. Virtus.pro уже 4000. Разгоняются потихоньку. Тут вся ставка сейчас на снайпера. У снайпера Аегис. Снайпер МК. Дали ему хороший сейв, да, то есть этот Аегис подсейвит его от каких-то возможных сейчас выходов. Вот соперника, да еще и, в принципе, команды все собраться, спушить товара. Подожди, тут сейчас после пуша этих товаров внешних, там Т1 стоят, могут еще очень много заработать. ВП
так что не особо-то они где-то и проигрывают. Да, проиграли, потому что товара подпушили. Где-то мотались лишний раз, и все. Макей, Virtus.pro под Вивом. Готовы подраться, если что, Мидван. Что, Bloodlust, Рамзес там прыгает. А, Фату, не попали. Попытка сделать ТП, Арл залетает, Лила, 4 секундочка, Лил, много дэмэджа получает, Старшторм, Лил живет. У Лила украли ультимейт. Ничего страшного, украли ультимейт. Такое. Выжил, ну ладно, Фотоблейд появляется у Рамзеса. Так, а Эйс на боте, давай. Про Эйса на самом деле-то забыли в последние уже много минут. Пика. И прочее, прочее. Так, пика у снайпера. Далее Блэк Кинг Бар. Вану нужно жить. Так, хороший. Урона, в принципе. Тоже немало. Пойдет один. Еще плюс деньги. Для Virtus.pro. Сейчас для Рамзеса. И далее идут, смотрите, они отказываются. Зачем? Останавливаются. Там, правда, на Т3 сейчас будут сходить. Да, вот здесь, конечно, шустро стреляют. Нас там нужен фортификейшн. И надо лететь на топ дефайт, так как здесь Мидван вместе с Фатой. Крипов убили очень быстро. И Мидван начинает отстреливать по Т3. Надо дефать. Лип. Подбахал сейчас. Во-первых, пытается Паша выиграть время. Фата. Репел, а здесь Нага слип и улетать. А муж продолжается, соло зацепили, соло может погибнуть, Старшторм минус соло, Паша неужто не выйдет из Паша, ультимейт нажимает. Но он здесь как бы не нужен особо был этот ультимейта. Фата хил, в итоге ультимейт в никуда. Начинает тушить бараки, Рамзес рядом, ставит ультимейт. Да, ставит ультимейт, прожимается Га, и Фата будет бежать. Да? Хил. Фата могут убить. Репел. Убивать, Рамзес не пойдет далее, не идет. Слушай, неплохо. Неплохо здесь сделали секреты. Ван. Да, секрет сейчас очень хорошо все сделали. Ну, наверное, в большей степени из-за того, что и огонь, и местные мираники, крипы очень быстро падают. И где-то не рассчитывали, может быть, в ВП, что вот так быстро сможет Лиана подойти. 5 раундов. Так, здесь Лил и возвращается в телепорте. Вернулся Лил. Да, Мидван сейчас получает очень много фарма. Он сейчас сплитпушера будет играть вот такого. В антимага? Да, он очень быстро толкает линии. Через свой Старшторм. И фарма, конечно, тоже заезжает к нему немало. Пата. Да нет, но Лана. Да, сейчас на самом деле ВП в таком шатком положении. Где-то... Эйс, Эйс, Эйс подставляется, Эйс живет, Эйс, да вы же не тут, ладно, нет, погибает Эйс, Рамзес, пол КП, Эру. Какой-то Рамзес, Паша без ультимейта, под минус Стармором, Пупей, будет без Старшторм, Паша отходит, есть сеточка, будет вижен, минус Паша наверняка, еще и Лил, зацепили здесь Лил, бежать. Есть крест, есть крест, Ебзор попадает, Ебзор. Ябзор будет ли жить? Нет. Его прикончил Рамзес здесь. Нован заезжает из Синейт. Очередная стрела в Лила. Нован в сеточке. Есть пика. Пока живет. Фата может погибнуть. Фата погибает. Слушай, минус 4 от ВП. А куда прыгнул Мидван? Нована можно убить. Минус Нован. Дабл килл от Мидвана. Бежать отсюда. Рамзес. Преследование. Промазал. Стрела, кстати, есть. Можно на развороте и подраться. А можно умереть. Можно просто умереть. Трипл килл от Рамзеса. Размотал бедную Патму. И пошел уничтожать крипа. Рамзес топ-1. Топ-1 Тонотворсом. 5600 дэмэджа выдал Рамзес. Ну, Рамзеса здесь никто не трогал, никто не ожидал, что МК сможет всех развалить, а он развалил. Он реально отпинал сейчас всю команду. Как он там выжил до Эклипса, то есть буквально один скачок бы был в его сторону, и он бы погиб. Ну, в итоге выжил. Повезло. Повезло, да. Немножечко подвидели сейчас Сигрид в этой драке. Все понемногу налаживалось, но не самая лучшая драка. Да, уже 20 уровень поднимает. Ой, чуть-чуть графики опустились. По экспириенсу чуть 0 выходит.
немножечко так подразмял Эйса. Подразмял, да. Подрассказал ему, что все впереди, дружище, урона станет еще больше. Ну ладно, уже с блокинг-баром. Дальше будет собирать Мьёльнир. Да, дальше Мьёльнир, это уже посерьезнее. Атак теперь бешеный под Солычем. Гебзор. Ну, для обзора шансов нет против Рамзеса. Там пережить эти несколько тычек практически невозможно. Пато отгоняет, но One. Можно Т2. Ну, атак спидом. Вроде откусывает по чуть-чуть, но так быстро. Ну да, еще тем более, когда хочет эту пробку, так, но One. ПКБ заставит? Ставят, а Пупей, Пупей, Слипчик, Слипчик, надо клацать, Пупей, еле живой, Пупей. Ассиней спрятали, репел, засейвили. Последнюю секунду. А ну он, кстати, БКБ нажал. Да, тут БКБ проюзнул, так что не очень все хорошо. Ну, должны дострелять. Мунлайт, Мунлайт. Два арты видят, видят Эйса, увидели Эйса, хорошо. Отходит сюда Рамзес. Эрроу. Соло, 5 секундочка. Эйс пойдет ли в наглую. Начинают его расстреливать. Соло живет. Грейв выживает, будет вистанчик. Эйс заехал очень далеко. Примастер нажимает ультимейт, надо поднимать кого-то в него. Слип от Пупея. И может спят далеко все, кроме одной банды. Одна банда спит. Чик. Мидван. Есть прыжок. Рамзес. Надо останавливать Мидвана. Мидван очень много дэмэджа получал, но пока живой. Ямзор под минус армором. Стоит его добить. Но не могут. Ну, Ван будет отстреливать вышку? Да, почему нет? Вот, начинает опять потихонечку, потихонечку. Какая долгая драка. И никто не погиб. Никто не погиб, да. С одной стороны Дазл, с другой стороны Омник. Заканчивается. Да, и хороший слип от Пупея. Подсейвили сейчас себя Secret, возможных последствий в случае проигрыша этой драки. Пупей вовремя нажал ультимейт. Так, ну и дальнейшее действие ВП очевидно, да, собирается возле Рошпита. Рошки еще нет. Ну, далее ожидание. Тут еще решранить, хорошо, можно подхилиться, восполнить монопоинты. И Фитл Блэйд отправляется вперед. Сейчас Рамзес. Сейчас это по левелу. Рамзес. Рамзес. Поставил фату. Хорошо. Можно далее ловить. Ну, тут же репел. Хороший косплей Манки Кинга снова. Рамзес. Уже Паша. Рошанчика пока нет. Убивает иллюзию Наги. Скоро появится Рошан. Можно ждать его, конечно. Да, можно дождаться какого-то выхода. Так, БКБ пошло. БКБ от кого? Солыч. Грейв, наверное, будет сейчас. Соло грейв, но рановато. Люди будут его расстреливать. А Ро прилетает мимо. Форстафика какой-нибудь. Или соло. Иллюзия рассыпется. Мидван рядом. Мидван. Бьются как львы за своих тиммейтов. Ставится очередной центряк. А можно на секунду снайпера посмотреть? Вряд ли тут пора. А это манки. Да. Пока драка на Рошане отменяется ненадолго. Рамзес отпустит. Потом Мидван. Вот сейчас Мидван заберет иллюзии и зачекает Рошпит стрелой, да. Стрелы, иллюзия тупее. Толкнуть между ними. Соло 10 уровень. 400 ворсов. Маловато будет. Ну, привычная ситуация для солов. Видим Нагу, у которой 6000. 4 раза больше. Ну, задача того, что Влад на карту посмотри, там везде варды, все хорошо, центрички. Самое главное, что соперника... Нован очень, очень больно. КП, пика, Нован живет. Нет, добили его все-таки. Слушай, тут сейчас и соло погибнет. Да, он погибнет. Сработает и на этом. Обидно. Чётенько. Очень обидно. Чётенько от Мидвана. Так, а Мидван сейчас он бьет очень далеко, верхнюю линию. Там еще и Рошпит тем временем страдает. Вот команды себе. Заработали неплохо. Берется Мидван, Мидван, Рамзес. Рамзес должен добивать Мидвана. Убил Мидвана, хорошо. Это неплохо, поэтому получается. Паша. Паша здесь ничего не грозит. Паша слэп. Ямзора зацепили. Есть тиммейт от Брюмастера. Слип от Наги. Да, Питера Шана за это время. Выполнено. А ей не сырок. Так вот, Паша сейчас может стрелять. Паша. Паша все хорошо.
То есть они его толпой не будут убивать сейчас? Я думаю, что нет. Здесь Фата, он поднимается в юл, я обзор, что он сделает, получит булыжник. И на этом как бы все, пошел, уходит Дагер. Поэтому под себя и бежать. Мьёльнир готов у снайпера. Рамзес сейчас на самом деле где-то свою команду подсейвил тем, что смог ответить минусом Померани. Фата подставляется, получает статчик, еще раз бы его подконтролить, но не получилось. Есть это удар, Эйс, продолжается бейт, Рамзес очень больно, Рамзес страдает под крестом, он Рамзес много пройдет, пошел ГА, Эйс врывается на солнечный луч, минус. Налил, например, Рамзес лил. Уходит отсюда, он просто запрыгнул на дерево, его никто не видит, он убегает отсюда моментально. Отличная игра от Рамзеса, классный сейф от Лилы. В итоге Форвертус кружит. Ябзор, бежать отсюда, много весов, пошел плей, поднимается в юл, есть шрафнель прямо под ноги. Ябзор на форстафе уехал. Хорошо. Я удивлен тем, что смогли все-таки по итогу засейвить Рамзеса. Казалось, что что-то закинуть в него. Казалось, он погибнет и все будет печально. О, Мидван здесь собирает. Тонны, тонны фарма. Только возродился, а уже надо гонить накопил. Ну и обзор тут 17 уровень, там сейчас уже 18. Тоже неплохо. Манки кит. Шадоу Блейд. Ой, хорошо, 954 крипы на тот свет сразу. Ну да, он взял 50% к страйку. 25 уровень. Да, еще 25 левел. Там также интересные таланты. Эйс забрал очень быстро шрайн. Да, Луна сейчас очень быстро фармит. Плюс Аегис. Не так просто его будет развалить. Ну, секрет неплохо давит сейчас. Секрет сейчас будут давить еще больше. У них сейчас появляется этот слип, с помощью которого можно отгрызать кусками Virtus.pro. Начинают вести. 34-й минута, а пока ничего не ясно. Ой, догон. Ну, да, еще догон есть. Там еще и травела скоро появится. Намек на то, что сплит уж будет. Дабл дэмэдж. А можно просто брать дабл дэмэдж тут и попытаться какой-то организовать выход на хайграунд, да? Через топ. Ну, не знаю, мне кажется, на хайграунд не стоит идти. Это почему? Т2 забрать, ладно, это еще нормально. Эйс много дэмэджа имеет. Свышка упадет очень быстро. Он с Аегисом, сейчас ничем не рискует. Здесь вот сюда можно... Ого. Вот поэтому бы и на хайграунд выйдет, если проект. Хайграунд опасно. Там этот там снайпер, да. Подкраст очень трудно, когда он стоит там возле своих Т4. А тогда шрайн и внешний таваран. Тоже неплохая цель. Как команда получит. Золотишко. Тут глядишь, 15 уровень. Готова бабочка. Потом откушать, забрать еще одну Т2. Фата очень богатый. Ну, это талант. Быть богатым? Ну, возможно, и талант быть богат. Но у героя талант есть. Да, обогащение. Shadow Blade. Shadow Blade, да. Серьезно, конечно, драка. Он ее выиграл. Ну, конечно, мужик с молотком всегда выигрывает катапульту. Он с ее раскурочить без проблем. Так, ну что, Т2. Опять без боя. Все, отдают Virtus.pro. Уже сейчас 10 тысяч преимущества будет на стороне Team Secret. Надо как-то... Ну, по-хорошему, Secret прикатили все, что могли сейчас. А вот как заходить... Бремастер, всякие кресты, слабафайт снайпера, снайпер там за километр стоит, стреливает всех оппонентов, плюс пика. Да, есть сон, через сон зайти, там какую-то эру сумасшедшую закинуть, плюс сетка, как вариант. Организовать это, конечно, не очень просто. Ну,
Паша, Мунлайт. Ой-ой-ой, тут Паша сейчас, если выйдет. Нельзя Паше выходить. Паша выйдет. Кто знает. Зерил, догон, Старшторм, приходится тратить ультимейт. Мидван в инвизе. Ну вот сейчас видит Мидвана. Надо расстреливать панду. Расстреливать панду. Есть телекинез. Провожают его. Ну, урона не так много по этим пандам. Тут главное земляную даже не убить, а просто подконтролить. Они не остались. Да, Паша. Успел прыгнуть, но ничего не дает, если Эйс уже ждет. И в итоге минус ультимейт, нет байбек, и панде сидеть 70 секунд в таверне. Не самый лучший результат. Ну, возможно, потому что понимал байбека и проюзал ультимейт, как-то пожить. Ультимейты по спейсе. Это какой-то спейс, да? Эйс. Манк прожимает. Люди пошли немного там попушить. Так начинается под репелом. Хорошо, но Увану тут больно. Очень больно прилетает. Вообще подойти к луне под таким бошем очень трудно. Пупей. Пупей, грифсы, все, чтобы засейвить Пупея. Пупей уходит отсюда. Половину барака снесли. Да, и сейчас можно продолжить самое главное. Ну, можно репел просто подходить и пушить. Даже можно гак какой-нибудь потратить. И потом через слип. Улететь. Да сейчас через репел будет заходить. Ну, репел. Вот он, репел пошел. Что-то не проходит. Он опять больно. Дэрил минус. Минус Огр очень быстро. Бафа больше не будет. Эйс погибает. Га, опоздали немного. Ну и бежать теперь. Рамзес. Шрапнелька на ход. Мунлайт. Вот поэтому нужно было через га заходить. Слип. Ару будет? Типа аут делать. Почти скандалили. Интересно. Интересно. Вроде бы все шансы были сейчас у Секрета. Получилось все, ну, неправильно. Погибла Луна. Ну, сторону-то забрали? Забрали. Шрайны сейчас можно опечатать? Можно. Так что все нормально. Байбек есть. Все на крайний случай. Потеря такая. Потеря неприятная. Тоже соперники под ХГ. Пата здесь отпушивает. На самом деле сейчас нет сна. Паша запрыгнул, развлекать уже на хайграунде. Пошел Гиул, Рубик летает. Есть вид на Ноувана. Пока работает сертификейшн. Подходит Пата. Ару взлетают. Не попадают ни в кого. Рамзе стоит в танчике. Вышка упала. Купей, если что, нет сна. Ничем не может помочь, у него слип КД. Ван, соло пошли. Он соло, еле живой, Ябзор может сейчас погибнуть. Ябзор, три стрелы взлетает, а там падает Рамзеса. Взлетает в итоге Ябзор, приземляется и уходит под репелом. Пока погиб только Купей, но у него есть байбек. По сути, за эйс. Начинается от пуш, на тот уже крипы поднялись на хайграунд, так что надо аккуратнее здесь быть, а что там будет пуш Т4. Статуи ломают. Ну вот так вот ВП отвечают, да? Допустили ошибку. Отдали кор персонажа, и соперник смог этим воспользоваться. МК был снайпером. Мощность ружья он наваливает. Под бафами он действительно очень, не очень грозный. Утром нужно отпушить, конечно. Пару не убить. Это пульты. Нулик не появляется. Интересный такой артефакт с Рамзесом. Посмотрим дальше, кто будет его в драку применять. ВП нужно пытаться забрать какие-то вот внешние всякие строения. А, там еще и Аегис, да. Посмотрим, кто кого сейчас. Кепзор. Руна инвиза должен спалить. Спалил. Бежать отсюда надо моментально. Ставится центрик. Ябзора не зацепили. Ябзору нельзя подниматься на хайграунд. Пошел клэп. Мир должен все прекрасно понимать. Пошел онлайт. Вид пошел. Какой-то отсюда город. Здесь рядом фан. Рамзеса можно зацепить. Рамзес. Эклипс. Моментально должен быть минус. Есть байбек, но тратить его не хотелось, конечно. Паша нажимает ультимейт. Просто убежать теперь секретом, им незачем здесь оставаться, нужно кидать на себя репел, делать репаут. Там Фате больно, Фата. Фату подцепили, минус Фата.
соло. Дальше драка идет. Подожди, тут можно еще луну забрать. И факт. Луна. Можно сделать мидван. Мидван убивает солыча. Стоит по аутпупе, есть ли чем сбить? Нечем. Нечем сбивать. Но в итоге развели на байбек Рамзеса и убили соло. Эта драка тоже в пользу Team Secret. Но потеряли Омника. А можно забрать Эгги сейчас? Мунлайта нет, нет сна. Ультимейт Луны также использовал. Сейчас бы Аегис был бы неплохой компенсацией. Байбека пошли стрелы. Иван. Стрела зашла в Рамзеса. Рамзес. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Успевает нажать БКБ, иначе еще бы один Старшторм его просто добивал. И Рамзес был бы без байбека. Это был бы good game для Virtus.pro. Интересно, почему Мидван отпустил? Может быть, думал, что уже убил или не стал рисковать с собой? Скорее всего, думал, что убил. Ну, знаешь, рисковать с собой, когда у тебя есть 3 липа и даггер, можно ведь рискнуть так, что ты убиваешь кор персонажа, он больше не появляется и... Можно было рискнуть, я согласен. Было бы круто. И попробовать добить до конца. Эйс по-прежнему 23 уровень. Вот проблема сейчас в том, что Луна не может получить 25-й. Соперник забирает на шар, а это уже 3-й на шар. Кто заберет? Так, Грюммастер, да. Ох, сейчас Пашка делов наделает. Долго будет бегать. В ультимейте Пупей. До слип еще 25 секунд. Сейчас, понятное дело, задача зафокусить Рамзес. Это первостепенный барный. Зацепили. Лована успеет убить. Нет, нажимает Слотинг Бар. Рейс настреливает очень больно. Соло не уйдет отсюда. Рамзес получает сеточку, будет ли хоть что-то. Это Аегис. Это дроп Аегиса. Отступают немного Секрет. Пупей. Зацепили. Есть га. Форстап на хайграунд. Пупей. Бежать отсюда. Спасаться просто. Пупей должен погибать, мне кажется. Ульти хил. Есть трипл. Есть слип. Рамзес. БКБ ставит ультимейт. Все разбежались. Все разбежались. Пупей просто уходит отсюда. Рамзес. Стрела. Нет. Стрела не попадает. Дальше, дальше, Рамзес. А куда, куда пошел Рамзес? Здесь же Эклипс. Пашу зацепили. Пашу долго погибать. Здесь успеет ли нажать? Ничего он не успевает нажать. Он успел нажать. Он нажал рефрешер, но он отправился в таверну. У него есть байбек. Если что, он выкупится прямо с ультимейтом. Фата. Рамзес запрыгнул. И обзор. Есть Иу. Он подловил его. Это Шива. Рамзес. Ару. Минус Рамзес. Байбека нет. 120 секунд. Можно подниматься на хайграунд. Единственный, кто может дефать, это снайпер. Да, есть ультимейт у Брюмастера. Должны сейчас аккуратненько сыграть. Сейчас просто га сейчас. Либо какая-то сумасшедшая стрела. Так, шрапнельки пошли. Хорошие шрапнельки. Это просто... Это трубика. Это трубика. Трубика для Вижена. Но ван. Герол рядом. Стрела мимо. Полтавра уже нет. Полтавра уже нет. Но ван. Успевает нажать КБ. Есть он в нем игрейв. Пупей слишком далеко зашел. Пупей должен здесь погибать. Минус Пупей. Фата килл на себя. Шива прожимается. Синейт. Булыжник. Минус Фата. Слушай, дефаются. Дефаются Virtus.pro. Сражаются как львы. Да, еще 80 секунд до появления Манки Кинга. Да обзора цепанут. Да не, обзора уже, наверное, не цепанут. Там слишком далеко, заканчивается, да. Ультимейт. Как же отбились ВП сейчас. Немного, немного не хватило секретом, чтобы додавить. ВП отбивались из последних сил. Так, из того, что потрачено, это ультимейт на Брюмастере. Будут ли этим пользоваться сейчас? Вот очень долго до фата, да. Вряд ли здесь уже какой-либо будет выходить. Обзор. Встреча с соло. Соло видел. Соло видел я обзора. Эрл. Не долетает до соло. Еще 40 секунд есть, но, по-моему, не воспользуются, да, ими Team Secret. До фаты остается 30, да, там разница 6 успевают, секунд. Не успевают. Преимущество, конечно, уже 16 тысяч. Да преимущество вообще можно сейчас забить на то, что оно есть. Да нет, почему? Это же айтемы у саппортов. Это тоже важно в файте. Ну, посмотри на соло просто. Он даже пищу, он не меняется. Зато на Мерседесе. Зато на Мерседесе, да. Полуркрест, пайп, даггер.
Эйс по-прежнему 24. Ну, сейчас апнет 25-й. Есть сатаник, есть бабочка, есть руна иллюзии. Вот он 25-й уровень. Получает Мирана талант еще и... 25% лайфстила. Каю купила Мирану. Ну, больше магического урона, конечно. Что, и с маной проблем? Там особо проблем не должно быть, когда у него 1700. Так, интересно, и обзор. Подняли вилл. А зачем это сделал Паша? Он же не убьет здесь обзора. Ему не дадут, ему не дадут. Да, он и так не убивал бы его, там фортстаф, и его оторвала. Эрл, здесь все, Паша. Сейчас шилл будет прожиматься, ловить. Паша, даггера. Выглядит хоть что-то, слип. Слип от Наги, потратили для того, чтобы убить Пашу. А вот ага, он украл еще и Primal Split. Оу, это Рубик. Неприятность. Это неприятность. Эйс, no эйс, 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 круто. Нован. Не хватает урона, чтобы забрать там еще и... А не надо забирать, бабочка. Теперь надо просто развлекать. Сейчас зайдет Ябзор и начнет чудить на хайграунде. Фата, встреча с Рамзесом. Какой-то чудо Рамзес. Ну что, с лоу-граунда стрелять. Эйс, куча иллюзий. У Луны есть еще сыр. А ролл, но ван, заивейдил. Там люди только купили. Падают Т3, обзор. Пошел Primal Split, но ван, догон, пошел фокус, есть грейд. Это просто поднять его. Но ван еле живой, надо отбегать отсюда. Рамзес ставит ультимейт, чтобы хоть как-то защититься. Да, Primal Split он чуть не погиб. Паша очень долго подняли. Подняли, нужно запускать стрелы. Не два. Нет. Пана. Вот здесь уже пана. Я вдох. Трикинез вам пытается подловить. Рамзес. Все стрелы соло. Соло еще больше. Соло сейчас можешь и погибнуть. Да. С догона минусует его мидлан. Запрыгнул, убил. Но ван в погоне. Купей. Купей. Или живой добили. Хилинг спрет на увана. Гилгермак в таверне. Но ван убивается линка. Бар еще стоит. Все еще стоит. Virtus.pro дефуются. Есть шрапнельки. Просто не хотят, не хотят лишний раз проигрывать. Все понемногу идет к тому, что Secret могут выиграть на второй карте. И лишний раз они не хотят рисковать. Так, скоро и Омника будет 25 уровень. Ну, самое главное, что у них скоро будет рефрешер. Да, это круто. Это очень круто. С рефрешером, тиммейт. Да, можно будет еще просто и... зайти под ультой и... Еще плюс дабл дэмэдж есть у Эйса в ботле. Пайти может пригодиться. Да, учитывая, смотри, что Купей скоро появится. Сильвер Эйдж, Кираса у Бримастера. Знаешь, Купей ничего не может с собой купить. Ну и деньги на байбэк. 6 тысяч. Муншарт. Да, тоже неплохо, но придется еще дофармить до байбека себе. Мидван. Рядом Рамзес. Солочи можно просто не путь. Аро, Паша! Тарторм купается. Нажимать ультимейт. Мидван просто уходит с даггера. Развели нунту. Неплохо. В очередной раз показали секреты, что там не стоит так беспечно выходить. Не имея вижена. Подцепили. Ну, а здесь же продолжение никого не будет. Ну да. Все нормально. Фата. Убить крипов. А быстренько бы дофармить себе этот рефреш. Фата хотел бы. Да. Ого, минус 65 секунд. Да. Primal Split КД. Вот это сейчас будет очень неплохо. Очень часто. Заходить ультимейт от Паши. Будет собирать себе еще баллы. Ну что? Солыч, вот его кор итемы. Кор итемы, да, 6 слотов, 5 слотов. Убивает линка. Нован, приходится нажимать по КП. Паша. Пошел эклипс. Неприятно Паше. Есть лип от Наги. Счет как-то не своевременно. И в итоге все БКБ простоял. Нован заивейдил стрелу. Эйс уходит отсюда. Что-то Купей не скомбинил немного. Так, как-то все... слишком хаотично выглядело. Грифсы подхилились, байпы, скиллабы.
стол используют свои корытами. Соло, стрела, стрела, ай-яй-яй, цепляет соло. Байбека нет. 50 секунд. Это недолго, но... Рожки нет, так что ничего не потеряли здесь. ВП абсолютно ничего не потеряли. Соперник подвижным ходит. Да, единственная проблема сейчас в том, что просто не знают ВП, если там... Паша запрыгнул на Нована. Начинает разминать, пошел репел. Паша запрыгнул, праймал сплит. Сбивается пока. Вот сейчас пошел ультимейт. Ару попадает. Два. Две стрелы. Рамзес Нован стоит в стане. Эйс разминает бимом. Нувану больно. Куда забить луну? Эйс. Аркейнурна. Получает танк. Купей забирает Аркейнурну. Эта игра может прижимаются грифсы. Там на топе уже очень много крипов. Нован улетает. Давят. Давят секреты. Не хотят отпускать эту игру. Постоянно нагнетают. ВП приходится защищаться. Что поделать? Но проблема в том, что сейчас будет 2 ГА. Да, настанет такой момент. Едва просто полностью магическая Мирана. А физ ДПС хватает. Скади покупает себе Луна. Ну все, ПТ нет. Спида вроде как хватает. Ловкости достаточно. КБ можно закинуть периодически. И обзора зацепили, и обзора можно быстро минуснуть. Фаттер запрыгнул, репел на себя, бежать. И Пупей здесь Пупей хорошо подпашет. Пупей не уйдет, не уйдет! И сыр. Сырок. У Нована сейчас закончится БКБ, он уснет, да. Так и есть. Пока здесь есть еще панды. Пупей бежать. ТП от Нована. Надо дефать от иллюзии. Ару попадает в Лила. Будет ли выходить сюда Эйс? Эйс. БКБ, минус лил. Ил должен погибать, Грейв приходится тратить на себя, Фат идет дальше, ставится ультимейт Рамзеса, нужно разбегаться моментально, Эйс под БКБ, пока начинает сражаться, минус соло, даблкил от Эйса, переключается на Рамзеса, Рамзес сражается под армором, Эйс не может его пробить, форстаф из круга, нужно срочно выбираться, выбирается из круга, Рамзес продолжает преследование, Эйс, отлично. Убили, убили Эйса и можно гнать дальше. Прыжок на хайграунд, Рамзес приходится делать лип. Эзериал, Старшторм, Рамзес не слишком ли далеко, дэмэджа нет, чтобы убить. Рамзес уходит назад просто пешочком под армором. Фата не может затыкать его с руки, очередная шрапнель. Фату можно убивать, Рамзес отвампирится ли. Рамзес, да, хватает, отвампирился. Хватает. Есть хил, и Фата все равно здесь погибнет. Пивко, добить, Фата добить нужно. Погибает. Рамзес бежает, Эйс, минус. Есть байбек, можно выкупаться. Так, ну что будут дальше делать секреты? Пойдут. Пойдут дальше не прошан. Да, знаю, что на Егис есть. Хорошо, можно забирать. Можно забирать. Пей 21 уровень. Маркуль сюда Эйс. Помогает. Он после байбека. Ему срочно нужно на Егис. Да, и два ультимейта для Пупея. Либо для Лунга. Ну или для Эйс. Два эклипса подряд. Это тоже может зарешать. Либо 3 га. Либо 3 га. Это вообще невозможно убить. Минус брюмастер. Да. Где-то поймал. Вот нам рефрешер. Еще дропнули гем. Сюда. Вот и крипы падают очень быстро. Фейтбол, да, и мидван продолжает давление по ботам. А кто рефрешер забрал? Курьер? Сейчас найдем. Сейчас найдем, кто забрал. Купей. Мидван там. За курьером погоня. Курьер выживает. Выжил, он на курьере. Джанглинг. Байбек от Брю. Да, Рамзесу очень не хочется тратить тиммейт. Байбек, так. Нова, нужно отпушить, нужно отпушить. Хорошо, отпушили здесь. Подсейвили барак. Эрл. Зашел. Не зайдут. Не получается. Вообще без омника не получается. Нужен омник и через га пытаться спушить. Появится Рамзес. Хорошо. Хорошо. Для Дипустрой есть еще шансы. Он возвращается обратно. Хорошо. В ближайшую минуту пуш не будет продолжаться. Да и Даллас есть у снайпера. Да, снайпер все... Все, он шестислотовый, это факт. Дальше я не знаю, что собирать. БКБ будет перемешать еще. Подожди, еще есть что поменять. Еще блокинг бар можно перекидывать. Еще можно собрать какой-нибудь рапиросик. Купить, к примеру. Не на хайграунде. Дефать постоянно.
Да, вот. Фата 25-й. Фата со своими га сейчас будет свою команду очень серьезно сейвить. Быстро крипов убивает. Наверное, ему уже надоело это делать. Ну, что остается? Ну, шар покупать толку нет, у него атаки с руки практически не имеется. Рамзес, Блудластом вместе с Нованом готовы к дефу хайграунда. Ну что, ведь твои любимые игры начинаются? Мои любимые. Если вот все, что за 56, это моя любимая. Early game? Ну, переход в мид-гейм, вот этот плавный. Незаметный. Ну да, там когда уже ПТ-шечки появляются. Mm-hmm. Да, вот это вот. Да. Солыч по-прежнему. 1500 на форс. Нуан. Что-то задумал. Movement speed взят дазлом. Так можно быть мобильным и убегать, и догонять. Успевать везде, где можно. Это логично. Так, Яптер толкает линию. Почему у него страховки никакой нет? Он здесь один. Вот слева там бегают тиммейты, но они могут и не успеть, а он с гемом. О, нет, это потеря гема. Возможно. Для ВП, да, для секрет нет. ВП много проигрывает, у них не так много денег. Хотя, если посмотреть на снайпер, он может затарить всю команду гемами. Не просят при этом по денежкам. Эрол. Далеко так не зайдут, но в Лило влетела одна ствола. Попытка иллюзиями подкушить. Подходит за эйс. Эйс, опять-таки, будут разные да стороны. Да не, иллюзии там. Слип. Так, попытка от руки FPA. Они просто хотят ломать барак. Фнатик 2014 в деле. Эйс, Могурона, пошло га. Эйс, Могурона получал, и Грифт нажимает, рассыпали. Это пока только дропа Егиса. Надо нажимать слип, мне кажется. Есть же рефреш, можно минус Эдвард. Эйс, опять куча урона, пошел Мунлайт. Спустили на ноу-граунд. Там га снимают. Там есть чем снять га. Соло, можно добить. Раздогончик дать ему сейчас. Пара. Нет, нечем. Ну, чем есть мидван, но он пока не рискует Пашу. Отбросит подальше или потащит. Пашу ничего не сделать. Пашу ничего не сделать. Так, погибает соло. Хорошо. Но это всего лишь огр, у которого ничего нет. Фата. Рибалансе. Не поможет. Хорошо, Нуван хорошо, расстреляет хорошо, очень много пупей, урона. Пупей, 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 слишком много дэмэджа. Нет, он отсюда не уходит. Даблкил от Нуваном. Нуван после байбека, если не ошибаюсь, мидл уже снесли. Да. Пали бараки, пытается улететь, а Синейт нет, не успевает, но One. И в итоге остается последняя сторона. Да, убили трех героев. Здесь убили двоих, но заставили сделать байбек No One. Смогут потратили ли ВП сейчас? Расходники, такие как Аегис, сыр и прочее. Так что еще все подзатянется. А использовали ли этот рефреш у. На пупей? Да, у Наги. Да. Судя по всему, да. То есть все потратили, что было из того. Да, что ну что это подождать 5-6 минуток, и вот новый запах. Здесь, конечно, уже, да? ВП не пойдут туда. Правда, пока нет байбека у Ноуана, хотелось бы повторить. Ноуан будет играть намного аккуратнее. МКБ появляется у Манки Кинга. Ну а почему у них есть 40 секунд? Без Наги. Грюс ультимейтом, 25 секунд умника, пошел Вив, Рамзес рядом. Трипл он останавливает без проблем. Тут голые бараки, если что, ставятся. Вижен, центряк и... Даже не подходят к этим баракам, это не важно. Арон, соло. Соло, соло, Мидван, зачем? Мидвану придется делать байбек. Поравняли ситуацию с Нулана. Зачем? Ну что у него 1000 нетворса? Что он может? Фласку нажмет на себя? Не, он блудбластер раскидывает. Это самое опасное в файте, потому что он этим атак спидом добавляет. Но ванну еще 10 000, да? Да. Скорости атаки. Ну не 10 000, но это весомо. То есть и Monkey King, и No One приобретают лишний атак спид.
за счет героя, которого тысячный ход. Не стоило ли от того? Не стоило, но он же не думал, что его убьют. Если бы он хотя бы брал это в расчет, то он бы так не сделал. Но звезды сошлись так, что произошло то, что он не ожидал. Эйс. Роу. Мимо. Кто это говорит? Что это Омни. Я слышал. Это его молот. С телега дерется, наверное. Наверное. Что опять же еще делать ему? А нет, он крипов убивал в лесу. Опа. Пытается по-прежнему подформить. Рефреш. Хил. Нельзя. Нельзя, нельзя. Забрал. Порвал телекинез. Зачем? А нет, там гем, там же гем, там же гем. Хил. Зачем? Не успевает, не успевает. Просто зачем? Латархивер на. Для фаты. Прикол на себя. Бежать, Лил делает байбек. Купей, много урона. Пошел телекинез. Купей, вижу здесь. Купей, если что. Кстати, потрачен Primal Speed. Ябзор. Но Ван запрыгнул. Расстреляли Ябзора. Рамзес. Пошла стычка. Прожимается Эклип. Солочу очень неприятно. Соло пытается уйти отсюда. Соло получает много урона. Пытается добить его мидван. Но и здесь погибнет. Есть грейв. Минус эйс. Можно делать байбек. Купей. Нажимает слип. Спит Рамзес. Мидван отсюда отступает. Ну и в итоге, наверное, разойдутся секреты. Отпустите Купея. Купей улетает. Не пошло чуть-чуть. Догон. Покупает себе Рубик. Вот так вот. Очередной догон. Еще один. Для команды Secret. Ну вот хорошо, ВП уже дерутся не на своей стороне. ВП нападают. ВП пытаются драться где-то за рекой. Джей Шрайн плюс. Ну, да. ВП отвечают очень мощно. Шрайн, хорошо. Там защищает центр. Купей. Вижу, возможно, расставить какой-то. Варды были. Ну, Вана. Ну, а что он сделает? Ничего. Попытается. Эрл, Эрл. БКБшечка. БКБшечка. Так, снайпер с рефрешем, кстати. Не заметили мы такой момент. Так, Рамзес пытается выбить какие-то байбеки из соперника. Плохая пытка, да. Кто выкупаться не хочет, а зря. Барак тоже падает. Есть крипы. Рамзес. Ну, Ван просто сносит. Демонтаж от Нована. На топе ТТ-2 стоит Рамзес. Драки не будет. Ну, теперь топ ломать. Теперь топ сломать, там шрайн добить, возможно, за Егисом отправиться. Одна сторона у Team Secret, одна сторона у Virtus.pro. 65-я минута, вот к чему все свелось. Мне что-то кажется, Secret эту игру упускают. Они просто не могут убить макаку. Мне кажется, они ее упустили уже. Дабл дэмэдж. Выбирает рунку, что подраться. Ябзор подставится по дабл дэмэдж, уничтожит за полсекунды. За 2000 кнопок. Харроу, Нован получает стрелу, есть врыв, минус Нован, у него байбек 125 секунд. Соло. И догоны, еще догоны догон. В соло. Соло. Соло спасает пока под армором, но тут, да, куда ты с подводной лодки денешься. А вот это плохо. Это минус 2 байбека это у Virtus.pro. Это очень плохо. Они сейчас втроем будут принимать а бой. А там рефрешер у Мираны. Рефрешер у Омника. Сейчас Monkey King, не знаю, что надо выдумать, чтобы прожить здесь. Они просто могут через газ зайти или через слип и доломать. А он придумал, смотри, он придумал рефрешер. Он визит. Что стрелы? Стрелы никому не зашли. Весь слип. Рамзес. Нажимает БКП, начинает драться с Фатой. Фата, есть газ. Пока стоят бараки. Рамзес. Больно, нужен какой-то подсейв. Хорошо, подсейвили. Подсейвили. Рамзес все равно погиб. Нажимает рефрешер, его должны добивать. Он должен делать байбек. Пока фортификейшн. Monkey King покупается в игру. Трон падает. Последние бараки тоже разрушаются. Рамзес врывается, надо ставить ультимейт, но Рамзеса рассыпают на куски. Дабл килотейс и Team Secret равняют счет. Серии 1-1. Слушай, ну до последнего прям. Эти стрелы зарешали. Вот телекинез, стрела. Да, которые прикончили стрела. Просто ноуана. Комба, которая в начале игры позволила всегда.